Доходы и расходы бюджета Чебоксара обсудили сегодня на еженедельном совещании в столичной администрации. За первое полугодие столичный бюджет исполнен на 41% от плановых показателей. Это почти 4,5 миллиарда рублей. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления. К ним относятся, например, финансирование из бюджетов других уровней. На втором месте налоговые и неналоговые доходы. Их поступило на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В городе ведется работа с должниками. Есть проблемы. Большинство находится в процедуре банкротства. По ЕНВД тоже пока взыскиваем через суд, принимаем все меры для взыскания задолженности. Особое внимание глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков обратил на сбор неналоговых доходов, усиление работы по сокращению задолженности. Бюджет должен быть исполнен, поставил задачу руководитель администрации.